Ремонт подъездов в Люберцах подходит к концу. Осталось завершить работы в Малаховке. В рамках губернаторской программы там должны привести в порядок 114 входных групп. Напомню, из-за смены управляющей компании работы в поселке на какое-то время приостановились, но потом были возобновлены. Спасибо вам за все. Вам не мешает тут? Нет, все нормально. Спасибо за ремонт. Приемкой подъездов лично Владимир Ужицкий занимается не везде. Однако этим жителям Малаховки определенно повезло. Ремонт на Пыковском шоссе 16 сделали быстро и качественно. Повесили информационные стенды, заменили почтовые ящики, лампочки, плафоны. Полностью привели в порядок входную группу, стены и потолки. Это смывка старой краски, оштукатуривание, побел, шпаклевание поверхностей, значит, потолка, панелей, плюс окраска панелей, вот эмульсионкой потолков, сапожков, перил, окон и так далее. Мы начали 10 октября. В столь короткий срок мы все 33 подъезда выполним. Реализация программы «Мой подъезд» в городском округе уже находится на финальном этапе. В этом году запланировано отремонтировать 1298 входных групп муниципалитета. Из них 114 в Малаховке, 67 пока еще не готовы. Завершить их планируется в середине декабря. Так получилось, к сожалению, в силу разных причин, неразбериха с управляющими компаниями, скажем так, непрофессиональное отношение к своим функциям бывшей управляющей компании. Поэтому мы управляющую компанию «Малаховки» заменили, сегодня зашли. Я оцениваю достаточно адекватные люди, которые и профессиональные, и есть опыт. Стоит отметить, что реализация программы «Мой подъезд» продолжится и в следующем году. Планы этих работ уже сформированы. В 2018-м только в Малаховке отремонтируют 118 входных групп. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.